Майор Виктор Амельков принимал участие в боях Первой Чеченской войны. 31 декабря 1994 года в составе колонны он вошел в Грозный. В городе боевики устроили засаду. С большим трудом им удалось расчистить обратную дорогу. Виктор Амельков, раненый в ногу, вместе с товарищем остался прикрывать отход. Ценой собственной жизни они обеспечили спасение десятков солдат. Виктор Амельков был посмертно награжден званием Героя России. Уже на протяжении 17 лет в Анапе проводится традиционный турнир по боксу в память о погибшем майоре. Нам отрадно, что турнир памяти героя России Амелькова проходит в очередной раз в Анапе. И, наверное, самые лучшие спортсмены, представляющие различные города и субъекты Российской Федерации, снова и снова приезжают в Анапу для того, чтобы показать свое мастерство. 56 спортсменов со всей страны вышли на ринг, чтобы выявить сильнейшего среди них. Состязания класса А проводятся в Анапе во второй раз. В них могут принять участие кандидаты в мастера спорта от 18 до 40 лет. Кто-то представлял сборные команды и воинские части. Другие отстаивали честь целого города. В качестве почетных гостей были приглашены три героя России. Они отметили высокий уровень проведения турнира и профессионализм спортсменов. Я увидел, что Ресина очень развит. Очень достойные люди приезжают, почетные гости приезжают, много ребятишек собирается. Вот. Ну, мне нравится, но это на хорошем уровне. Так как мои друзья проводят этот замечательный турнир, моего коллеги Виктора Амелькова уже не первый раз. И мы чаще приезжать стали, мы чаще общаться стали. Мы видим, что дело идет, продвижение идет, ребята занимаются своим подвигом, можно сказать, гражданским подвигом, гражданской позицией. Они обучают детей тренироваться, то есть себя тренировать, и обучают их систематизировать собственные знания. Даже работа кулаками – это фактически математика. Федерация бокса и Управление по физической культуре и спорту самостоятельно разработали стилистику кубков и медалей для победителей. Уже в октябре она станет площадкой для проведения следующих состязаний по боксу. Первенство Европы пройдет в городе-курорте с 8 по 17 октября и соберет лучших спортсменов со всего мира. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион.